Да это же плохой парень в Версете. Теперь я хочу посмотреть, как ты сможешь отвоевать добро. Местная уличная шпана стерла мой байк. Наверное, крутым без тебя возомнили, кто знает. Ну и мы с ребятами хотели поехать и проучить их как следует. Короче, а потом я подумал, что это послужит отличным обрядом посвящения. Так что вернешь мой байк и можешь говорить Полу, что он получит свою охрану. Давай.